Денис Косогор с нетерпением ждал этого дня. Через несколько минут ему вручат паспорт гражданина Российской Федерации. Еще в мае он приехал в Пензу из Луганской Народной Республики. Пришлось решать вопросы с документами. Теперь же мужчина готов искать жилье и работу. Получение, естественно, важно. Документы я подал на прошлой неделе. И сразу же, буквально в краткие сроки, все сделали. И уже вот предоставляют сами документы. Естественно, оформляюсь на работу и также получаю, ну, смотрю по жилью, как что. Героями дня стали и школьники. Они тоже получают паспорта в торжественной обстановке. Большинство пришли поддержать родителя. Некоторые с волнением вспоминают тот момент, когда узнали, что главный документ им вручат в законодательном собрании региона. Я просто пошла со школы, и мне мама говорит, то, что вот ей позвонили и сказали, то, что вот здесь вот так вот будут вручать торжественно паспорт. Рада была. Интересно, как это будет все. Вот, я была очень счастлива. Вручение паспортов в таком формате – традиция. В этот раз документы получили 16 человек, 12 подростков, достигших 14-летнего возраста, а также жители ДНР и ЛНР и приехавшие из соседних стран. Приятно и почетно то, что в такой день мне выпала, так сказать, ответственность и честь вручить паспорта граждан Российской Федерации, вот людям, которые находятся в этом здании. Поверьте, сегодня такие паспорта, кроме вас, вручают во всей нашей стране, во всех регионах нашего большого государства, тем самым подтверждая ваше право и обязанность заниматься развитием нашего государства. Всем гражданам Российской Федерации, которые получили паспорта, вручили памятные подарки. В завершении торжественного мероприятия перед ними выступили творческие коллективы Пензы. Пензенский край влюблены, он отчизны надежный.